И к новостям спорта. В селе Гурбуки Карабудахенского района прошел открытый турнир по волейболу среди школьников в памяти заслуженного учителя России и Дагестана Макамагомеда Ханапиева. За медали и почетный кубок состязались 8 местных команд. Об итогах турнира расскажет Гаджимурад Зиаудинов. Организаторы соревнований ставят перед собой прежде всего воспитательные цели. Главное здесь не победа, а участие. Об этом говорили в ходе церемонии открытия турнира. Мы хотели вот школу, как бы они обратились, как бы они стимулировали, чтобы обратились. И так, весело, трудно, поиграли и как бы победили. Конечно же, мы всегда говорим, что обязательно, чтобы спортсмен был не просто физически сильный, но и духовно богатый человек. И этому моменту Макамагомедович уделял очень большое внимание. Вот такой человек, который вложил все свои силы, можно сказать, даже здоровье, для того, чтобы молодежь выросла крепким, обученным, воспитанным. За почетный трофей играли 8 школьных коллективов по групповой системе. В итоге из двух групп в финал прошли волейболисты команды селения Зеленоморск и Гурбуки-1. Кубок в зрелищном матче достался более сыгранному коллективу из Зеленоморска. Наградили победителей, почетные гости турнира и представители районной администрации. Игра была нелегкая, но коллектив собрался в нужный момент и вырвали победу. Ребят, хочу поблагодарить. Выиграли, все нормально. Командный дух. Собрались вовремя и забрали игру. Бронзовые награды достались волейболистам команды «Гурбуки-2». Все призеры соревнований получили памятные медали, грамоты и денежные премии. Также организаторы вручили специальные призы в номинациях и пообещали придать турниру статус ежегодного. Каджимурад Зиаудинов, Ирасхан Мисриханов, Рамазан Амаров и Хаси Газиамарова. Время новостей.